Продовольственное изобилие. Сегодня в Красноярске стартовал агропромышленный форум Сибири, который продлится до 15 ноября. В течение 3 дней красноярцы смогут не только приобрести продукцию местных производителей, которых, к слову, на ярмарке «Осень 2013» представлено немало, но и научиться новому. К примеру, гвоздем сегодняшнего дня стал день вареника. Здесь можно было не только продегустировать вареники различных производителей, но и увидеть самый большой вареник, больше метра в длину и больше 10 килограммов в весе. Также в рамках форума проходит и выставка агропромышленной техники. Вопросов для обсуждения в рамках Сибири очень достаточно много. Обозначили те же проблемы, ну, себестоимости произведенной продукции, килограмма мяса, молока. Инициативы по итогам даже первого стола пошли. На первом столе присутствовал директор департамента агропромышленного комплекса Сибирского соглашения Шарков Дмитрий Иванович. Мы действительно обсудили инициативу, как сделать площадку Сибирского соглашения постоянно действующей.